с Мэри Джейн и в общем на самом таком тяжелом уровне сложности. Такая самая тяжелая будет миссия. Часть этой миссии, точнее, самая тяжелая. Рада, что ты смог. Иначе я бы ни за что не успела. Так, ну давай, прокатимся. Поехали! Пролети прямо над землей! Да. 500 сердечек можно получить. Кажется, сладкая трава пошла в загул. Ну да. Взлетай повыше. Ну что ж, теперь будем там посложнее. Я хочу еще выше. Да, чтоб деревья. Еще выше. Выше не получится. Слишком опасно. Да, по-моему, здание тогда, думаю, не получится. Задание слишком низкое. Высоко, что надо. Так, теперь нужно достигнуть этой точки. Так, надеюсь, получится. Как здорово! Отлично получилось. Гони! Так, теперь быстрее. Как здорово! Так, вот здесь, конечно, даже не быстрее нужно. Высоко. Надо снова. Вот это скорость! Не очень, конечно, хорошо видно, куда можно до какой точки достигнуть. А, вот ее просто. Еще быстрее! Гони! Так, все. Отлично. Получилось так-то. Кушка, конечно, сложно сделать первый раз. Так, нашим прямо... Как здорово! Акробатика получается высший пилотаж просто. Очень-то достаточно сложноватая. Для меня просто было со временем. Вот это скорость! Так, еще. Сейчас. Мы спешим! Да, блин. Не получается. Не видно просто хорошо. Куда нужно достигнуть? Отлично. Быстрее! Чё-то не очень удачно, конечно, запрыгнул просто. Пролети прямо над землей! Упс! Это же ядовитые девчонки! Ха. Как здорово! По-моему, красиво, там миссия уже скоро закончится, хотя... Хотя, ошибаюсь, посмотрим сейчас. Гони! Как здорово! Просто потрясающе! Я завидую, ты все время этим занимаешься! Ага. Только завидовать, конечно, с нечему. Попросту мне так кажется, да? Постоянно каким злодеями сражается. Рискует своей жизнью ради других. Пролети прямо над землей! Черт, кажется, я вообще не туда попал. Блин, отлично просто. Слава богу, не заблудились в этих чертовых джунглях каменных. Здорово! Так, отлично, почти набираем максимум сердечек. Все-таки нужно будет максимум. Кажется, сладкая трава пошла в загул. Набрать, чтобы пройти эту миссию полностью. Без этого, конечно, не сделать ее, пройти не получится. Сейчас нам просто не дадут, да. Недостаточно сердечек. Нужно сейчас максимум их набрать, покататься немножко поблизости. Поэтому успейте это сделать за время. А то... Просто станет... Миссия закончится провалом. Как здорово! Отлично. Все. Служба доставки любезно предоставлена компанией Air Paук. Спасибо еще раз. Ты лучше всех.
В общем-то, все, миссия пройдена таким образом. Так, что у нас там новенького появилось? Так, думаю, пока стоит сохраниться, на всякий случай. Так, сохранение игры, отлично. 28 миссий мы таким образом прошли. Все уже почти что пройдено. Где-то, наверное, 3/4 игры. Так-то, по-моему, да. Осталось где-то 14 миссий пройти. Не так уж много, конечно, по сравнению с тем, что прошли уже. Но они будут очень такие сложные. Достаточно сложноватые, не то, что были до этого миссии. Так, пока смотреть по карте, стал Скорпион, по-моему, все. Да, Скорпион остался, так, вторая часть из всех миссий. Как раз, думаю, этим займемся. Да, не, конечно, долго придется добираться, но по пути, думаю, много еще встретим, что, я думаю, растянется надолго, думаю, путешествие-то по городу. Записываю, в общем, это прохождение пока что бандикам, решил позаписать. Фарапсом там две серии записал, и, ну, не знаю, просто Фарапс много времени памяти занимает, и может не хватит просто на записи. Ну, и бандикам-то так записать-то в основном тоже неплохо. Так, ну да, пока что-то ничего такого не встречается. А, вот появился, наконец-то, значок. Наконец, что-то интересное. Какое-то новенькое заданица. Мини. Так, где-то у нас что там появилось? О! Руки вверх, чтоб я их видел! А, сладкая трава, видимо. Так и есть. Ты спас положение, паук! Рад помочь. Ну да, точно. Так, пробрались дальше. Искать так чертного приключения. Синоглыва. Так, сохранение, отлично. Красота второй части миссии Скорпиона просит сражаться с Скорпионом самим. Будет очень интересная миссия такая вот. Две части битвы будут предстоять. Плюс так же будет погоня перед этим Скорпионом. Так, чем там за гонка, интересно посмотреть. Посмотрю-ка я по карте. Так, сейчас еще жёлт появился. Ну да, думаю, как говорил, растянется надолго. Путешествие по городу. Выпаляться постоянно что-то новенькое. Вся эта апокалиптическая хрень уже так задолбала. Ау, 21 век, пора идти в ногу со... Фу, какие вы жирные, уродливые. Сладкая трава жжет не по-детски. Конечно. Сейчас она зажжет точно не по-детски, а Человека-паука. Черт, нифига, нифига себе, конечно, меня отметили. Получили хорошенько. Так, где еще тут? Так, ну все, кажется. Он еще живой. Так, а если это не он, вот что. Так, это еще. Разбираемся со всеми последними, в общем-то. Оставшимся в живых. Представителям этих банд. Так, отлично. Повысить еще рейтинг. Я там думаю, потом поможет. Ёпрст, да что ж ты? Ты не видишь, человек идет? Да, хватит пинать меня. Издевается. Чё ты побери? Что за... Продолжает сбивать просто. Не видит, что ли, Человек-паук стоит. Отдыхает. Так. Так, направимся дальше. Что у нас там? Так, где-то значок-то что, перекуда делся-то? Это гонки-то. Зелененькие-то, посмотреть надо, что там. Хотя мне кажется, что-то я уже выполнял. Так, где-то? Это здесь вот. Посмотрим, ко всякий случай. Где это? Что-то я не пойму немного. А, еще появился желтый значок. Так, я посмотрю, сидел у меня. Так, это наверху, наверное, мне так кажется. Это я пропустил, наверное. Наверное, его. А, точно так и есть. Так, где-то вот здесь он. На крыше. Так, посмотрим, всякий случай. Что-то нас ожидает. По-моему, все-таки принимал участие, хотя могу ошибаться. Ну да, так и нет, так и есть, не принимал. Тогда посмотрим, получится, может получится
Золотую губку завоевать, хотя вряд ли, мне кажется. Впервые это все прохожу. Да чё, бери. Черт бери. Не получилось. Чуть не туда. Ёпрст. А слышишь скорость ветра, все это делать. Я уже, наверное, сейчас там надолго застрял. Так, черт где-то. Что-то я уже потерял. Так, где еще тут? Ага. Прошло время бронзового рекорда. О-о-о. Так, этим уже все. Да, не получилось, конечно. Сложновато. Нормально так вышло. То есть я видал и получше, но все равно хорошо. Так, сколько у нас максимум 45 секунд? Не так легко, кажется, сделать будет. Ну, попробовать можно еще раз. Так, последний раз тут. Последняя попытка предпринять. Вдруг получится еще раз. Нормально было лучше. Так, посмотрим. Блин, что-то. Черт, не успеваю. Да, черт бери. Пропади, конечно, еще. Блин, замучишь просто, ёпрста. Да нет, вряд ли, мне кажется, получится. Прям уже задротничать им не буду уж сильно. Так, немножко поучаствую. Получится. Ну да, точно. Вряд ли. Да. Да, не получилось, не успел. Так, ладно, уходим. Нафиг этим заниматься. Так, черт бери. Не то. Да, блин, видите? Ее просто черт-то. Не то убирается-то. Гонка 23. Нифига себе, сколько там всего гон, конечно, этих может быть. Немало, думаю, будет. Но в сети вас точно не буду. Да, не получилось, конечно. Да, но слишком сложновато, да и... Сколько времени потратить, чтобы все это пройти.
именно на самое лучшее время. Как тоже нет распит, тут просто два пройти все этапы на там на золото и. Здесь, конечно, это не имеет так сильно значения, я этого ничего даже не получить, не получить нельзя. За то, что ты там пройдешь все эти этапы. Просто как бы удовольствие, что прошел как бы их все на самый лучший результат и все. Так что не имеет смысла вообще в этом заниматься. Как насчет помощи? Руки вверх, чтоб я их видел! Так, мы все, что ли, забрались с этими? А, нет, еще одна станция. Не угомонись никак, а? Так держать, паук! Рад помочь. Фу. Ну да. Так, где? Отлично. Что-то думал, запаздывает эта жизнь. Что-то, наверное, слишком уж поздновато появилась-то. Птичка-то. Так, ну ладно, тогда, в общем, идем дальше. По пути к этому квесту, Скорпион, через вторая. Я думаю, мы сейчас закончим эту серию. Даже не серию, наверное, больше серии получилось. Где-то две, наверное. В общем-то, продолжим в следующий раз уж проходить Spider-Man 3 The Game. Хотя мы сейчас еще поедем, да, так и думал. Не дадут мне добраться до этой миссии. Очень быстро. Так, еще что там появилось? Так, а что в этот раз? А, вот что. Он на машине! Убейте его! Твоя остановка! Доездился мужичок. С ноготок. Точнее, ниндзя сок. Получай. Так, отлично справились, повысили свой рейтинг, еще выше, чуть не до 100% пытаемся все повысить, на максимум. Хотя, может, это влияет, конечно, типа, прохождение гонок этих всяких, на 100% прохождение игры, возможно. Хотя, мне так-то игра, посмотрите, игра пройдена, пока что на 50% только. Пока что. Посмотрим, в общем, как получится. Так, еще что-то появилось. Ух ты. Так, вот раз явно интересный квест. Мне кажется. Не просто какая-то битва с главорезами, а что-то еще интересно. Даже ролики какие-нибудь будут присутствовать, если такого значком показывают миссию. Посмотрим, в общем-то. Может, помнить, что там за миссия ожидает. Надеюсь, это что-то знакомое, что я уже проходил. Так, что-то у меня там. Да и музыка какая-то знакомая тоже. Как будто. А, так, понятно еще. Паук! Нас только что ограбили драконохвостые! Теперь у них есть вертолет! Видимо, пора кое-кому подрезать крылышки. Так и есть. Так, охота на вертолеты. Поберитесь поближе к вертолету и нажмите кнопку паутины, чтобы опутать ей лопасти. Учтите, что вам нужно будет находиться над лопастями, если вы хотите, чтобы это сработало. Ну да, это будет так легко сделать. Так, что ж, теперь очень нам нужно будет вертолет остановить. Используя паутину. Если паутины хватит, может мне удастся посадить вертолет. Так, кажется попал. Блин, сам главное, чтобы он не улетел, ёпрсто. Сам главное, чтобы не улетел. Не оторвался. Думаю, сработает. Черт, улетел. Туда. Куда надо. Ну, кажется, покажет неплохо получается. Еще пара таких ударов, и все. Отлично. Так, туда. Еще один. Так, давай-ка последний.
Готово! Они теряют высоту! Ну да. В общем-то все. Хотя миссия такая же легкая. Самое главное, вот, конечно, не упустить вертолет, чтобы он далеко не улетел, и вовремя нажимать Е-клавишу, чтобы... Ну и какую-то другую клавишу, как у кого назначено было, чтобы попасть, в общем-то, в эти лопасти паутиной. И все. И за ним сейчас вот следовать, не упуская его. Эта вертушка быстрее, чем я думал. Лучше достать пилота. Ну, вряд ли, мне кажется, получится. Но, самое главное, мы спасем этот груз. Точнее, груз, который они украли там, из машины. При этом попутно сражаясь с этими похитителями. Грабителями. Драконохвостами. Все отлично, справились. Берем тут как раз вот контейнер. Я верну их. Точнее, в общем-то, мешок. И возвращаемся обратно. Так, что-то снова желтый появился. Что-то такой желтый могло появиться, не понимаю. По-моему, все подобрал. Странно. Да, немножко сорновато, конечно, почему показывает желтый цвет здесь. Ну ладно, может, возможно, это просто баг какой-то. Просто справляемся обратно, в общем-то, к нашим этим... К там курьерам этим, которые везли этот мешок чем с деньгами, что ли, фиг понимаешь, что там было. Чтобы вернуть обратно, в общем, похищены это этими как раз грабителями. Все, миссия будет выполнена таким образом. Спейси много интереснее была эта миссия, чем была предыдущие вот эти обычные такие мини-миссии, как можно, как я называю их просто. Эффектно вышло, паук! Это пустяки. Будем надеяться, у них больше нет вертолетов. Ну да, это точно. Так, что у нас там по миссиям? Так, ну так-то да, одна всего межмиссия пока что. Так, помещаем, идем дальше, продвигаемся. Так, что-то еще появилось. Ну, да, так и думал, что это растянется надолго. Ну ладно. Пока, в общем-то, все 100% займется, точнее, когда все будет 100%. В плане вот этого именно борьбы со злом, тогда, в общем-то, все, ну, квесты типа исчезнут просто, и больше появляться не будут. Так, пока 60% максимум здесь, 50, там у нас 93. Посчитай все 100%, 100% там уже выполнено. Так, что-то, видимо, пропустил. Ну ладно. Или просто тоже был баг какой-то. Так, ну ладно, прям все-таки к этому заданию, там сохранимся, закончим пока что. А пока сегодня, думаю, хватит. Нам, в общем, поиграть в Spider-Man 3 за геем. По третьей части фильма про Человека-паука, в общем-то, от режиссера Сэма Рэйми. Вся эта апокалиптическая хрень уже так задолбала. Ау, 21 век, пора идти в ногу со временем. Какие вы жирные и уродливые! Да, звучит, конечно. Не шедевр, но более-менее так. Вот что-то.
Отлично. Квест выполнили. Так, идем дальше. Повысили еще, в общем-то, рейтинг на сколько-то процентов. Да, конечно, они очень немаленькие. Этого квеста предстоит сделать. Ну ладно. Так, думаю, больше этим гонками заниматься не буду, но не знаю, получится мне еще хотя бы на минимум на бронзу пройти, что вообще я не проходил эти, в общем-то, не занимался этим. Так, немножко попробовал, конечно, некоторые показал. Так, что-то еще появилось. Ладно, посмотрим. Напоследок. Надеюсь, поблизости это находится. Так, что у нас там интересненько? Снова это, видимо... О, кто у нас здесь? Какие старые гости появились? Куда вы? Получай. Так, этого хорошенько одубасили. Надеюсь, он не живой. Так, вот он по второй остался. Куда ж ты смотался-то? Так, не получилось. Отлично. Все. Так, еще раз повысить свою репутацию, свой рейтинг. Идем дальше. Направление к основному нашему заданию Скорпион, часть вторая. Так, слабок сохранения появился. Слабок, что они хотя бы работают эту версию. Нашел нормальную более-менее версию, которая работает без всяких там проблем в плане прохождения. Так, вот как раз это место. В общем-то, это место. Пока что на этом доме закончим. На сегодня пока что. Вообще, на эти выходные. В следующих выходных, думаю, продолжим записывать прохождение Spider-Man 3 The Game. Это пока что все. Надеюсь, вам понравится прохождение. Эти, в общем-то, серии записанные на этих выходных. Выложу где-то, наверное. Укладывать буду где-то, наверное, сначала следующей субботы. Даже, наверное, заранее выложу. Запланировано, чтобы они открылись там в открытом доступе. На YouTube, в общем, начиная с субботы. В общем-то, все, на этом было все. С вами был Михаил, всем удачи, до скорой встречи, дорогие зрители моего канала, и всем пока!